девок, они гниют, у них руки как помойные, лохани, ноги как столбы. Я вижу, надо делать. В это время, ты же не представляешь, как эта история была, я иду на машине, в Пермском крае, звонок. Евгений, привет, это Сукачев. У меня вот тут неожиданно образовалось 300 тысяч. А я в это время слушаю мою бабушку Кузьмину. Понимаешь, я сделал потише и это. И все, и у меня появились эти 300 тысяч. Мне Андрей Козицын дал 1,5 миллиона, Слава Образовский 900 тысяч, 500 000 дал я, ну купил я потом. И все, мы сделали женский реабилитационный центр. Там было 50 человек и 450 человек учили. Со всей стороны повезли. Мы единственные, кто по девкам работает. И все, ну все, потом пришли менты, был разгром, обычная история. Второй раз у нас уже. А к вам заходили-то собравцы это? Ну и собравцы заходили. Ну, в общем, ребят, надо делать, и это срочно нужно делать. Чем быстрее, тем лучше. Я с Сашкой Лепницким завтра буду в Москве созвонюсь. Они готовы, случилось? Да. Нет, но просто надо делать и большую пресс-конференцию сейчас, и Интерфакс подключить. То есть, поэтому... Он везде заступается, где может, там и на Эхе, и в канале показывает, и оператор красавец взял это. Возьми, я вам дам драйв, я вам дам раскачать. То есть мне приятно на самом деле, просто чтобы видели, что мы найдем. Я к тому, что как ты к этому сам-то относишься, все равно было бы хорошо, чтобы это было в один день, понимаешь? Чтобы такие же, ну, как бы, если организация, они точно есть в стране, чтобы кто-то сюда приехал, чтобы это, ну, более шире прозвучало. Смотри, Жень, я точно же есть 22 числа по работе улетаю, мне нужно умирать из... Давайте, конечно. Куда встаем? Вот главное.